Почти каждый брещанин хотя бы раз бывал в аптеке номер 3 на улице Советской, одной из самых старейших в городе. Уникальность ее в том, что она и при Польше, и в годы оккупации, после войны, и при советской власти не изменила свой профиль, работала и продолжает работать. Сегодня, находясь в очереди за тем или иным лекарством, разглядывая витрины с препаратами на отдельных полках, можно заметить прозрачные емкости штанглазы для жидких и порошковых лекарств, оставшиеся с тех незапамятных времен. В 1923 году житель Бреста над Бугом Соломон Гринберг подал в магистрат Полесского воеводства проект строительства дома. Через 2 года улицу Домбровского, ныне Советская, украсило оригинальное здание в 3 этажа. На 2 верхних Гринберги жили, а нижний заняли аптекой, под которую все и затевалось. Супруга Соломона закончила Киевский мединститут и была провизором. С этого времени, с 1925 года, и действует аптека. Сегодня аптека номер 3 радует покупателей своим старинным интерьером и какой-то особенной атмосферой. Мне очень нравится эта аптека. Она же старинная, здесь же здания все в городе в центре старинные. Я так понимаю, здесь когда-то она евреям была принадлежала. У них там жилой дом был, и тут у них аптека была, поэтому это очень красиво сделано. Наполняемость хорошая, все есть. Любое лекарство, которое вот выпишут или необходимо самому там приобрести, всегда все есть в наличии. Мы тут постоянные, как говорится, покупатели, пенсионеры, инвалиды, ходим сюда, скидки. Все хорошо, все устраивает. Тут очень уютно, очень чисто у них, и обслуживание приятное, все объяснят, все ответят. Ну, как часто, по надобности. Лучше не заходить в аптеки. Как приходится, всегда прихожу в аптеку, всегда ассортимент меня устраивает, и то, что мне надо, я всегда могу купить и по рецепту, и без рецепта. Сегодня старейшая аптека города предлагает самый широкий ассортимент лекарственных средств от любых заболеваний, в том числе и простудных. Осенью, зимой актуальны профилактические средства, востребованы противопростудные препараты, витамины и витаминно-минеральные комплексы. Сопутствующие товары этой линейки, которая составляет более 400 наименований. В экономике есть понятие «спрос» рождает предложение. Так вот, наше предложение для обеспечения высокого спроса у населения – это наличие большого ассортимента товара, который обеспечивает нашим посетителям возможность рационального и грамотного выбора и потребления. В ассортименте аптеки свыше 4500 наименований, в том числе лекарственные препараты, медицинские изделия, биологически активные добавки к пище и другие товары. В общем, в объеме лекарственных препаратов составляют около 55%, из которых большая половина, свыше 53%, отечественного производства. По всем лекарственным препаратам фармацевты брестских аптек грамотно рекомендуют средства в борьбе с ОРВИ, другому помогают найти лекарство, чтобы устранить симптомы аллергии. Третьим объясняют, чем отечественный препарат лучше зарубежного. Инесса Седова работает в данной аптеке порядка 10 лет. Каждому покупателю относится по-особенному. Аптека действительно одна из самых интересных в городе, и сюда стоит зайти только ради того, чтобы просто посмотреть. Даже атмосфера аптеки позволяет зарядиться позитивом. Наши клиенты говорят, у вас здесь бальный зал, вздыхают и покупают полезные витамины. Мы работаем с людьми, мы работаем с проблемой, и это действительно, ну, тяжело. Но у нас хорошие специалисты, которые не прекращают никогда своего обучения, поэтому не справляются. И, конечно, работа с туристическим потоком – это особенные наши клиенты, которым нам еще надо привыкать. Действительно, в потоке туризма, в шквале их вопросов. Но все наши специалисты стараются ответить на все вопросы, удовлетворить спрос. Поэтому для нас это новый такой вид, новый путь или новая ветка обучения. У нас учатся и с удовольствием с этим тоже работают. Самое ценное, что есть у человека, это здоровье и жизнь. А потому, когда нас одолевают вирусы, нужно бесспорно обращаться к врачу, а после посетить аптеку и купить то самое необходимое лекарство.